С 1 апреля планируется повышение цен на проезд. Пока изменения затронут лишь пригородное сообщение. Стоимость билета вырастет на 15%. Эта информация уже опубликована на сайте региональной энергетической комиссии Краснодарского края. Как объясняют перевозчики Анапы, причина проста. Предстоящее повышение стоимости бензина, рост тарифов страхования и обязательная категоризация транспорта. На городских маршрутах транспорт будет ходить по прежнему тарифу. Проезд в автобусах составит 1,75 рубль за пассажирокилометр. Более точную информацию о стоимости проезда в автобусах пригородного сообщения пассажиры могут узнать как у водителя автобуса, в салоне автобуса размещена соответствующая информация и на официальном сайте муниципального образования города Курортанапа.